Всем привет, дорогие зрители! Приехал я в район Опагель. Нашел здесь 3 квартиры в одном проекте. Здесь продается 1 плюс 1, 2 плюс 1 и 3 плюс 1. Обставлены квартирки под ключ. Быстренько покажу инфраструктуру. Вот здесь у нас бассейн. Здание вот такое новое, где-то 8 лет проекту. Застройщик Фичутяр. Здесь у нас сауна. Здесь у нас джакузи, такой там сад, беседочка, у нас генератор. Инфраструктура у нас на нижнем этаже, айдату 250 лир. Расстояние до моря, вот море впереди, вот 400 метров максимум. Вот проект. Проект. Здесь такое лобби. Сниму сейчас вам инфраструктуру. Здесь была двухкомнатная квартира, которая продалась на первом этаже за 55 тысяч евро. Упустил шанс. Так. Здесь у нас фитнес. Выключим. Тут у нас сауна. Вот такая сауна. Душевые кабинки. Свет не включился. Так. Есть скрытый бассейн, но он как 6 лет, говорит, не функционирует. Должны собраться управляющая компания, все жители этой резиденции, и они решат, что делать с скрытым бассейном. Джакузи работает зимой. С этой стороны у нас душевые кабинки, темновато что-то здесь. Идемте на верхние этажи. Квартира 2 плюс 1 находится на третьем этаже. 1 плюс 1 находится на четвертом этаже, и 3 плюс 1 находится на пятом этаже. Вот такой лифт, вместимость 2 человека. Вот здесь такой коридор. На этаже у нас 4 квартиры. Вот эта квартирка. Входим. Здесь 100 квадратных метров. Вот такая прихожая здесь. Встроенный шкаф. Стиральная машинка фирмы Bosch. Тут санузел. Просторный такой. Вот спальни такие маленькие, не совсем большие. Такой встроенный шкаф. Здесь у нас вторая спальня. Тоже стоит шкаф. Кондиционер фирмы Siemens. Кухня, акриловая столешница. Такая мебель. Гостиная комната. Бытовая техника, все, бэка, индукционная плита, вытяжка, духовка, посудомойка, и вот здесь у нас холодильник, вот так скрыли шкаф прямо. Туда нужно купить телевизор, некоторые аксессуары, маленький ремонт на 100 евро. Вот здесь более-менее просторная. 100 квадратных метров жилая площадь общая. С балконом вместе. Вот такой интересный балкон треугольный. Вот отсюда вид на горы, на здания, на дорогу. С этой стороны у нас по четвергам рынок Тосмура и Обы. Здесь как бы впереди Оба заканчивается, начинается район Тосмур. Расстояние до моря 400 метров.
Дорогие зрители, цена этой квартиры 89 тысяч евро. Я сейчас поднимусь на 4 этаж, там продается двухкомнатная. Цена верхней квартиры 71 тысяч 500 евро. Сейчас я туда иду. Так, выйдем. Поднялся я на 4 этаж. Вот наша двухкомнатная квартирка, 67 квадратных метров. Здесь у нас санузел. Какой санузел? Нету. Такая прихожая. Квартирка 1 плюс 1, двухкомнатная. С этого угла тоже отсниму. Гостиная совмещена с кухней. Она вроде просторная. Бытовая техника, все Бека. Кондиционер фирмы Siemens. Здесь спальня. Платяной шкаф. Сделаем. Здесь у нас балкон. Не буду выходить. Вот такой просторный балкон. Видно здание на горы. Или же... Секунду. Открою. Выход с гостиной и спальни на этот просторный балкон. Вот такой вид. Море вот видно. Сейчас мы пройдем другую квартиру. Здесь есть 3 плюс 1. Так. Дорогие зрители, 67 квадратных метров. Общая цена этой квартиры 71 тысяч 500 евро. Район Обайо. Я сейчас иду в квартиру 3 плюс 1, четырехкомнатную, двухуровневую. Там цена 159 тысяч евро. Она тоже обставленная. Это 4 этаж. Входим в квартиру. Вот такая гостиная комната, совмещенная с кухней. Здесь более-менее красиво, уютно, черным с белым. Так, здесь у нас кладовочка подлестничная. Вот такая гостиная, совмещенная с кухней. Там у нас шкаф. Это кухня. Здесь бы бытовая техника, тоже вся фирма Бека. Вроде кондиционер работает, а вот свет тоже вырубили. Вот такое освещение тут. Спальня нижнего этажа. Кондиционер фирмы Siemens. Вот такой вид с окна. Санузел. Здесь есть еще балкон. Вот такой балкон. Вид на горы и на соседние здания. Цена этой квартиры 159 тысяч евро. Деревянная лестница. Вот такая прихожая верхнего этажа. Такое освещение тут. С левой стороны у нас спальня. С выходом на балкон. Вид на горы. Здесь у нас санузел с душевой кабинкой.
а здесь у нас хозяйская спальня. Тут приблизительно 140 квадратметров жилая площадь, а брутто 180 квадратметров. Санузел. Так, стиральная машинка фирмы Бека. Встроенный шкаф. И выход на балкон, на террасу. Терраса здесь просторная. Вот такая. Просторная терраса, вид на горы и на соседнее здание. Сторона тут, сейчас скажу, так, восточная. Восток и север. Так, хочу подвести итог. Дорогие зрители, проект был сдан 7-8 лет максимум назад. Инфраструктуру вы увидели, Айдаде 250 лир, расстояние до моря 400 метров, район Обагёль. Продаются здесь 3 квартиры, 1 плюс 1, 2 плюс 1 и 3 плюс 1. 3 плюс 1 у нас как дуплекс. Цена двухкомнатной была 71 500 евро, трехкомнатной 89 тысяч евро и четырехкомнатной двухуровневой квартиры цена 159 тысяч евро. Если вам интересен этот вариант, то звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте. Все, с вами был Агаси из Солнечной Алании, район Обагёль. Всем пока-пока.